Ближними ракетами можно атаковать с кораблей, мобильных шасси, из-под воды, а с недавнего времени из железнодорожных и автомобильных контейнеров. Ракеты системы «Клад» делятся на две основные группы – противокорабельные и предназначенные для поражения наземных целей. Противокорабельная 3М54Т в зависимости от модификации бьет на дальность до 300 км. Специальная система самонаведения позволяет ей двигаться своим курсом даже в сильный шторм. При подлете к цели ракета развивает сверхзвуковую скорость и делает практически невозможным ее перехват современными средствами ПВО. Бойная сила ракеты в два раза больше, чем у зарубежных аналогов американского «Гарпуна» или французского «Экзосет». Следующий образец предназначен для уничтожения наземных целей. Он может преодолевать даже самую современную систему ПВО за счет малой высоты полета до 50 метров над сушей и 20 над водой и обходить сложные наземные препятствия. Сбить с курса его сложнее, чем знаменитый американский «Томагавк». Дальность полета ракет систем «Клад», предназначенных на экспорт, не превышает 300 километров, что соответствует международным ограничениям. Аналогичные образцы, стоящие на вооружении российской армии, имеют другие характеристики. Какие? Военная тайна.